Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сейчасные отцы, дорогие братья и сестры, всех вас поздравляем с сегодняшним праздником Покрова Пресвятой Богородицы. И как мы всегда молимся, радуйся радости наша, покрой нас от всякого зла честным своим амофором. Дорогие братья и сестры, всем вам желаю, чтобы Матерь Божия всегда покрывала вас от всего, что есть злого на этой земле. Божье вам благословение, Божьей милости, и чтобы Царица Небесная всегда пребывала с вами. И вы знаете, когда мама умирает, о чем она плачет? Она не плачет, что умирает. Она плачет от того, что больше ее детей никто не будет любить так, как она любила их. Но Царица Небесная, Матерь Божия, в знак своей любви она оставила нам свои амофоры. От того, что она всегда будет с нами, всегда будет любить и оберегать этот род христианский, род человеческий. И сегодня мы все с вами собрались в этот святой храм помолиться Пресвятой Богородице, чтобы она нам помогала и спасала своими молитвами наши души грешные. Всем вам, братья и сестры, благодарю за сегодняшний день, что мы прибыли вместе с вами, что мы помолились, и не забывайте, что Матерь Божия всегда будет с нами. Вы знаете, я прочитал, ну как в традиции было написано, что один раз человек очень сильно согрешил. Господь всегда прощал его. Ну, вы знаете, есть и какая-то мера человеческая грешить, и Богу прощать. Бог все прощает. Бог всех любит, безмерно любит, всех людей одинаково. Но тот человек уже слишком много сделал зло, и он не мог получить прощение. И тогда он молился Матери Божией. Матерь Божия пришла к любимому сыну и говорит: «Мой сын и Господь мой, если можно, чтобы ты простил, потому что он меня просил в молитвах своих». Но Господь говорит, как это все случилось, как было, сколько раз. И тогда Матерь Божия начинает плакать и говорит: «Сын мой любимый, и ради того, что я страдала под крестом, когда ты был распят, ты не можешь его прощать». И тогда Господь преклонил свою голову и сказал: «Прощаю ему». Матерь Божия, когда мы придем все на страшный суд Божий, мы не будем готовы давать ответ за прожитую нашу жизнь. Мы согрешили перед тобой, перед Господом Богом. Просим сегодня прощения. Хочем исправить свою жизнь. Хочем служить Богу с сердцем, с душой. Но вы видите, сколько искушений есть на этом пути. Матерь Божия, помолись тогда за нас, чтобы Господь простил все наши грехи и всех людей, которые живут на земле, чтобы Господь всех прощал и чтобы Господь всех призывал. Вот для всех есть место в Царстве Божьем. Дорогие дети Божии, вы все дети Божии. Хотя бы вам и месяц, и год, и 50, и 80 лет. Но все равно вы остаетесь дети. Ну, для мамы вы тоже так остаетесь. Мама старенькая, там 90-100 лет, а ребенку 80. И мама говорит: «Дочечка или сыночек мой, любимый,
За это я вам всегда, и Господь говорит, что вы дети мои. Давайте будем слушаться Бога, оставлять греховную жизнь. Просим Бога, чтобы Он дал дар покаяния, чтобы мы могли все оставлять, то, что плохо, что греховные, что нас не ведет к Царствию Божьему, чтобы Господь помогал нам спасаться. Сегодня такой величезный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вы знаете, архангел, когда пришел к Матери Божией, он не сказал, что благословлена ты, как все женщины. Он сказал, благословлена ты в женах, между женками. И Господь тогда вот поднял этим словом через архангела Матерь Божию, что только одна ей дано быть. Как Иоаким и Анна молились, родители Матерь Божией, что если Господь им подарит ребенка, то они отдадут в службу Божию. И когда Матерь Божия была 3 годика, они привели ее в храм Божий, и она там осталась. Я смотрю, у вас на руках дети. Может, им 2, 3, 4. Вы можете их сегодня оставлять? Вы не можете. Я знаю, почему вы не можете. Много лет назад в Баянах такой случай был. Врачи говорили, что мы должны отключать вашего ребенка с аппарата, потому что он уже не жилец, он просто труп. Вы готовьтесь, вы забираете, хороните его. А мама упала на колени и говорит, прошу вас, я сейчас поеду в Баяны к иконе Матери Божией, и я вернусь, тогда вы можете отключать. И она пришла в Баяны такими слезами и говорит, отец Михаил, помолитесь, я не смогу жить без него. Но я обещаю Богу, что когда ему исполнится 3 года, я приведу к вам, я его оставлю тут, я уйду домой. Она имела одежду своего ребенка. Мы прикладывали к иконе, помолились все. Она вернулась в больницу. Когда она пришла к ребенку, прикоснула эту одежду, иконочку Матери Божией, ребенок начал сам дышать. Врачи тогда отключили с аппарата, и он первый раз взял грудь матери и начал кушать. Матерь Божия не может не услышать вас. Матерь Божия не может не исполнить ваши молитвы и желания, потому что только Матерь Божия знает, как это материнская боль, как она передается тяжело, как перенести эту тяжесть. Если не было бы сила Божия, ни одна мама бы не могла перейти вот через это горе. Или когда умирают наши дети. Если Господь бы не утешал тогда в то время, ни одна мама не могла выдержать это все. Он утешал свою маму, Матерь Божию, с креста. И он говорил ученику, любимому Иоанну, вот твоя мама и вот твой сын. И вы знаете, я вам хочу говорить, что в каждый раз она приходила, мама с ребенком в церкви. Она всегда плакала. Я говорю, ну не плачьте уже, потому что ребенок здоровый. Все нормально с ним. Но она тайну несла, тайну боли в своем сердце, в своей душе. Вы знаете, исполнилось 3 годика. Я вам словами не смогу передать то, что я видел перед иконой Матери Божией. Как эта мама обняла своего ребенка, когда она привела в церковь, оставить его в тот день рождения, когда он родился. Ему исполнилось 3 годика. И она так сильно обняла к своей груди и плачет. И ребенок не понимает, что мама, почему она плачет, что случилось. Ребенок начал плакать и тоже обнял маму. И во слезах она говорит, батюшка, я не смогу жить без него. Я оставлю, я обещала Богу, но я не смогу жить без него. Я говорю, мамочка, успокойся. Возьмите ребенка и идите домой. Я буду молиться за это. Я прочитала разрешительную молитву, потому что она обещала Богу. Но я говорю, ребенку будет очень хорошо,
рядом с вами и на ваших руках. Я тогда увидел самую счастливую маму. Матерь Божия, даруй нам это счастье, это радость, что мы ощущали в вечной жизни, что мы всегда были с тобой и тут на земле, и в Царстве Божьем. Аминь. С праздником все православные. Просим вас святых молитв. И не забывайте, Бог все прощает. И Бог очень ждет вас. Любите Его. Верьте Ему. Но верьте с сердцем, с душою. Отдавайтесь Господу Богу. Без Него вы ничего не сможете делать. Не решать в вашей жизни. Потому что Он наша сила. Господь Отец, Сын и Дух Святой. И Пресвятая Богородица, помогай и спаси наши грешные души. Аминь. С праздником всех!